Приветствую, друзья! У нас с вами сегодня очень необычный и очень интересный проект. Называется он «Ковбойки». Это проект, который называют «Украинским диким западом», и о нем слышали очень немногие. Вам я хочу рассказать. Но он не только очень интересен с точки зрения истории нашей страны, не только с точки зрения природы и красоты, которую мы увидим, а и с точки зрения кофе. Обещаю вам, что сегодня мы с вами попьем кофеек с сыром, как шведы, кофеек по-ковбойски, как американцы, и кофеек или капучинку с парным молочком из-под коровки. Наш украинский родной кофеек. Поехали! Ну что, друзья, давайте расскажу вам о проекте «Ковбойки» чуть подробнее. Происходит он, как вы, наверное, догадались, название его происходит от названия американских ковбоев и украинской этнографической группы «Бойки». У нас есть «Бойки», «Лемки», вы наверняка знаете «Гуцулов». Это все этнографические группы, которые проживают в районе Карпат. «Бойки» всегда считались такими, знаете, интровертами. Они более закрытая группа. Но если «Гуцулы» веселые, там, танцы, то «Бойки» всегда были такие молчаливые, работящие очень люди. И бойки, на самом деле, действительно не очень хорошо изучены в своей истории. Там очень много загадок и тайн. Ну, скажем, их происхождение приписывают кельтским племенам или племенам белых хорватов. Кто-то, правда, говорит, что это просто происходит от часто используемого ими слова «бое». Может быть и так. И несмотря на то, что история боек изучена очень слабо, вы очень хорошо знаете главных представителей этого народа. Это Тарас Шевченко, это Иван Франко, это Степан Бендера, это Петро Сагайдачный, атаман, и это Юрий Кульчицкий, человек, который научил Европу пить кофе по-венски. Кстати, кульчицы находятся совсем недалеко отсюда, и у меня на канале есть интересный рассказ о поездке туда, посмотрите, я думаю, вам очень понравится. Точно понятно одно, что это одно из самых малоизученных мест в Украине. И место, куда мы с вами попали, называется Нове Місто или Новый город. Когда-то здесь было селение, которое затем перенесли, монголо-татары его еще разрушили, а потом оно вернулось обратно, его назвали Нове Місто, Новый город. И вот сейчас здесь организован проект, который называется «Украинский Дикий Запад». Почему? Потому что Нове Місто находится на самой западной точке Украины. И вот здесь мы с вами сейчас и находимся. Знаете, вообще проект «Ковбойки» — это уникальный проект. Вот я сейчас это понимаю. Это не просто там историческое место, хотя здесь сумасшедшая история. Это не просто какие-то уникальные места и виды, а это еще и целая общность людей. То есть разные проекты, фермеры, мировоззрение. Ну, настолько вот культурологически интересное место. Я уже не говорю о кофе. Пока сниму вам этот кусочек, но завезли меня в теплицу. Я привык к теплице какие-то там промышленные, большие, еще и кофейные, а здесь частные теплицы. Люди выращивают клубнику. Ну, во-первых, клубника вся итальянская, 5 сортов итальянской клубники. Блин, одно удовольствие. Вкуснючая, красивая. Я никогда не думал, что клубника такая красивая может быть. То есть я им говорю, вы продавайте ее на фотосъемку, таким как я. Ну, реально красивенная.
Вот. И у людей вот, такая, вот такое хозяйство. Порядочные, ответственные, занимаются там ручками, все поливают. Ну, настолько все системы, все знают, влюблены в это дело. Вот это то, что я хотел сказать про этот Дикий Запад. Здесь можно приехать и пожить просто в доме у человека. То есть договариваешься, тебя селят, и ты живешь у них вот как агритуризмо в Италии, да, или просто вот какие-то фермы еще по миру. Вот так и здесь приезжаешь, тебя кормят, поят, общаешься, то есть вдали от цивилизации. Шикарное место, ну просто шикарное место. Я не знаю, зачем там какой-то дауншифтинг, вот сюда приедь и поешь, и интересно, и расскажут, и люди такие, они своим миром живут, очень доброжелательные, но на самом деле им, ну как бы, не, они на внешне не смотрят, у них все здесь свое. Всего достаточно. Когда приезжают гости, так открыто рассказывают все, вот как со мной это было. Клубники наелся, короче, поехал дальше. Кофе все-таки ждет. Поехали. Sun up, sun down. I know now. You are the one. I know. Блин, какая вкусная. Я вам скажу, на что похоже. Смесь клубники и черешни. Вот серьезно говорю, вот такой где-то вкус. Обалдеть. Надо завязывать с кофе, я думаю. Клубника вкуснее. Смотрите, еще интересный момент один хочу показать. У ребят есть вот такая инфракрасная сушка, да? Ну вот, я вам клубничку показал. Какая торговая марка классная, да? Полуничные пагорбы, то есть клубничные холмы. Так вот, в этой инфракрасной сушке они сушат вот все свои вещи. То есть проект ковбойки – это не просто высушить с огорода, да, какую-то зелень, петрушку или укроп, а высушить в инфракрасной сушке. Вон лимоны, кстати. И вот они мне показали, смотри, вот это высушенное естественным способом, а это в инфракрасной сушке. То есть она сохраняется. Я попробовал, но и аромат у нее другой, это такая затхлая уже немножко. Это, вот. Я все время считал, что это какие-то рекламные моменты, но на самом деле вот оно, наглядно. Вот. Но, конечно, блин, видно, что к качеству относятся ребята, аж болеют этим. Мне это отрадно всегда было. Я не знаю, как это продавать, потому что люди больше платить не хотят, но ковбойки рулят, что там сказать. Молодцы. Вообще здесь огромное количество вот таких небольших культурологических, но очень важных моментов. Я приехал, здороваюсь со всеми, добрый день, абу, доброго дня. А мне говорят, слава Иисусу Христу, слава Иисусу Христу. Один, второй, третий, и никто не говорит доброго дня. А затем мне объяснили, в чем дело. Все знают, что на Пасху говорят Христос воскрес, а на Рождество Христос народився. Во всей Украине так говорят, но в Западной Украине это не только поздравление с большим праздником, а это еще и приветствие. И вот минимум в течение недели, а вообще в течение месяца после Рождества или после Пасхи, люди здороваются друг с другом традиционно. Я просто долгое время провел во Львове и уже привык к этому. Люди говорят, Христос народився, або Христос воскрес. Это здравствуйте, это приветствие, потому что сейчас идет великий праздник. Так вот, на Бойківщині остались еще старые традиции, когда в течение всего остального времени года они говорят «Слава Иисусу Христу». Никто не говорит «Доброго дня», они говорят «Слава Иисусу Христу». А приветствие в ответ – это «Слава навеки Богу». Ну, иногда сокращенно говорит «Слава навеки». Но в любом случае никто не говорит «Доброго дня», как я приехал тут не местный. То есть люди говорят «Слава Иисусу Христу», «Слава навеки Богу». Вот такая ситуация. Кстати, это вообще очень характерное такое приветствие настоящих верующих людей. Вот если вы не знали, австрийца можно очень легко вычислить по словам, как он здоровается. Они говорят «Кросс Год», то есть «Бог велик». А немцы все время говорят «добрый день», «доброе утро» и так далее. То есть вот так определяют австрийцев, ну, немецкий язык же одинаковый с некоторой спецификой и для Австрии, и для Германии. И вот когда австриец здоровается, он говорит «Бог велик». То есть он говорит о Боге сначала, а не просто «здравствуйте» или там «доброго дня». Кстати, прощаются бойки тоже по-особенному. Здесь не говорят «до побачення», здесь говорят «бувайте здорові». А человек, которому это сказали, говорит «идите здорові», то есть «идите здоровыми». Люди гор что-то понимают, они приветствуют Богом, а прощаются, желая людям здоровья.
Ну, а на ковбойский кофе мы заехали в вот такой небольшой городок. Ну що, можна до вас на ковбойську каву? Да, каву просимо, заходьте ага. До нас. Ну що, друзі, добрались ми до ковбойського кофе. Ковбой Дмитро, привіт, друже. Welcome in Дикий Захід. Заходьте. Але в нас ну, без зброї, будь ласка. Так, у нас, Дімось говорить, у нас без оружия. Знаете, як в Гондурасі, коли був, там на всіх кофейнях написано «оружие оставлять». Так що на Диком Западі патрони і оружие оставляємо. І поїхали готувати кофе, да? Будемо починати. Спочатку замочимо. Не бійтесь, не вас, каву. Спочатку замочимо, говорить, не вас, а кофе. Это, кстати, правильно, друзья. Сейчас я вам объясню, что Дима имел в виду под словами замочим. Ну что, поехали готовить. И вот там нам бацают ковбойский кофеёк. Да, забыл вам сказать одну вещь. Смотрите, что нам делает Дима. Ребята здесь добавляют секретную траву под названием бузина. Вот так прямо с ветки сорвали и добавили. Моднячая штука. Так что не убьюсь. Все ради вас. Класс. Моднячая штука сейчас бузина, чтобы вы знали. Во всех сиропах, во всех коктейлях она идет. И очень хорошая добавка. И вот они здесь добавляют травку. В Эфиопии там добавляют здоровье Адама траву. А у нас здесь бузину. Класс. Поехали. Ух, все просто. Ковбой. Видишь, что делаю? Я когда-то рассказывал в одном сюжетике, что такое взмачивание кофе. Называется преинфузия. Сначала немножко воды надо и кофе. Оно схватило. Потом уже надо его... Ну, это и при заваривании в чашке так делается. И ковбои, оказывается, так делают. Молодцы. Продвинутые ребята. Все, доливаем воды. И дальше на костер, правильно я понимаю? На огонь? Правильно. Ух, ух, суровые ковбойские парни. Можно потом, а мы кидаем сразу. Ну, давай сразу. Класс. Ага. Молодцы, классный рецепт. Мне нравится уже, честно вам скажу.
Ну что, друзья, входим в последнюю фазу нашего сегодняшнего кофейно-бойковского эксперимента. Кофе, который я выпью сейчас, это сразу две чашки. Вы знаете, я периодически это делаю для вас, так, чтобы попробовать разное. Ну, сейчас это проще, потому что и то, и другое будет ковбойский кофе, который ребята нам приготовили. Только один из них, это будет кофе с местной вкусняшкой, с местной сладостью. А второй, это будет кофе с сыром, тот, о котором я вам говорил. Вот мы сейчас их оба попробуем, и я пару слов вам о них скажу. Поехали. Колоритные чашечки. Обожаю. Ковбойские, настоящие. Во, этот пирожок называется «Хвост бобра». Не знаю, похож немножко на хвост бобра. Вот это все обычно я сдираю, очень вкусно эти все штукенцы. Вот. А это макаю дальше там в кофеек, но тем не менее. И сырок, да? Это делается очень просто. Сразу насыпается. Сейчас пару слов об этом скажу. Вот таким вот образом делается, чтобы вы понимали. И заливается. Ай, красивый, какой он красивый. Они такие, они сытным его сделали, таким плотненьким, честно вам скажу. Поэтому выглядит, конечно, и ароматный. Супер. Ну вот, внешне не видно, но наш сырок там. Есть только один момент. Я попросил ложку мне не давать. На самом деле это делается с ложкой. Вот эта штука выпивается. О, хороший какой плотненький. Слушайте, не, все-таки я, наверное, сладенькую возьму, с вашего позволения. Сначала. Угу. Извините. Вот этот сыр пьется и кушается ложкой. Я видел, они его прямо глотают оттуда. Извините, я не сказал, кто они. Я имею в виду шведов. Не сказал, я выбачаюсь. Дело в том, что кофе с сыром – это типичный шведский продукт. В Швеции есть такой скрипучий, ну, он даже не в Швеции, а на границе Швеции и Финляндии, вот где сходятся страны, на севере страны. Я там был на стажировке месяц, меня там поили этим кофе. Вот. Он очень вкусный. Это называется скрипучий финский сыр. Он такой, как резиновый даже, он такой не тает вообще в кофе, но очень вкусный. Его зажаривают там и... Вообще, долгие годы это была у них там как форма оплаты, этим сыром даже как деньгами пользовались. Вот, и шведы очень много пьют. Во всех, в интернет вот этих раскладках, топ-10 лучших там кофе, топ-10 лучших рецептов, вы увидите этот финский или шведский кофе с сыром. Кафе Ост его называют. Вот, и они выпивают, иногда потом глотают это, иногда ложка это кушает. Ну, я попросил по-ковбойски с ножичка, делаем так. Петя, я знаю, что вы хотите сказать, с ножика кушать нельзя, мне можно. Я кофейный эксперт. Во-первых, пробую по-разному. Мягусенький. Ребята, он мягусенький стал. Я не помню, что будет, если с ножа есть, честно вам скажу. Но вкусно, обалдеть. Я в Швеции его называл кофейный суп-похлебка. Потому что ты и напиваешься, и наедаешься. И по секрету вам скажу, что вот кофе и бутерброд с сыром, вот для гипотоников это прекрасный продукт, потому что жирные продукты, вот, в частности сыр, очень хорошо повышают давление. Поэтому, ну, глядь, красота какая. Видите, он желтый стал от кофе и аж как бы немножко поджарился, да, какой красивый. Правда? Слушайте, еще важный момент. Я сейчас вдруг понял, что вот эта сладость, которая появилась, этот сыр кисловатый. А вот сейчас он абсолютно мягкий. Я думаю, что это связано с бузиной. Даже не думаю, а уверен. Потому что эта мягкость не могла ниоткуда взяться. Вот сейчас, в данном случае, он абсолютно ровный. Хороший такой вкус кислоты вообще нет. Так что вот вам, ребята, и секрет бузины. Пробуйте. Вот. Так что за ваше здоровье. Нас еще с вами ожидает последний тест, который называется «Кофе с парным молоком». Сейчас заедем. Ой, будет, я уже предвкушаю это. Но пока наслаждаемся этим сыром. Вкусно. Он, вы знаете, он как брынза, он такой кисловатый был. Ну, вот когда просто его ели в обычном виде. А сейчас вот такой прямо, ну, кофе, видно, дал. Он аж такой сладковатый стал немного. Ну, и хвост бобра. Вот это самое приятное в моей работе, честно вам скажу. Просто обожаю этот момент, когда ты рассказываешь о том, как это было, насколько это вкусно. Но думаю, что это не самая главная часть моего путешествия. Пусть даже кофейная для меня всегда была важна. Потому что самое главное... Это то, что я за этот день увидел в этих шикарных, чудесных и невероятно теплых местах.
Смотрите еще один момент. Вот едем мы сейчас на фермочку, где я вас угощу кофейком с парным молочком. И остановились в поле. Вы сейчас не видите, но вот за мной склон, он такой, изогнутый. Это называется, вот в этом месте проходит то, что по Европе проходит такой сплошной линией. Называется он главный европейский водораздел. Что это значит? Я сам об этом не слышал, мне рассказали. Очень интересная штука. Водораздел – это место в Европе, где делятся стечения рек в одну или в другую сторону. Ну, грубо говоря, возвышенность такова, что с этого места все реки стекают на север, вот в Атлантику, да, в Атлантический океан. А в эту сторону все реки стекают на юг, то есть Черное море, Средиземное море туда. Это называется главный европейский водораздел, такой термин, если вы не знали. Вот в этом месте он проходит. Его не видно, нельзя точно сказать. Вот, ну, склон понятен, и он так через всю Европу идет. Но вот такая есть особенность, главный европейский водораздел. Вода хорошо, но нас ждет кофе. Поехали дальше. Тут по одним фермам только походить, я вам скажу. Как в Чернобыль съездил. Говорят, что фильм «Сталкер» снимали здесь. Не, шучу, но очень классно. Не могу объяснить. Классно, потому что колоритно. Ну что, ребятки, самый ценный для меня опыт, то, чего я никогда не пробовал, кофе с парным молоком. Я назвал его украинский капучино, естественно, не взбивалось это молоко, а может, вы же видели, из-под коровки оно даже и взбилось. Я 10 лет на Facebook, уже могу предсказать целый ряд комментов, типа, ой, как можно, там, бактерии, еще чего-то. Ребята, я рассказываю и делюсь своим опытом. Я кофейный эксперт, мне положено это попробовать. Поэтому слабонервных сразу прошу удалиться. А для тех, кому это интересно, расскажу, что это обалденно вкусно. Вот сейчас я вам поясню. Я не знал этого. Мне рассказывали, что в Канаде есть одна ферма, которая делает мороженое из свежего молока. Говорят, что вот такое свежее молоко, вот оно идеально для мороженого. Мне дают эту чашку, я ее нюхаю, говорю, слушай, ну вот такими сливками вот мороженое, вот как с мороженым смешали. Только потом понял, что это вот с этим связано. Это эффект свежего молока парного. Молоко бомба. Просто, я серьезно, я сам немножко переживал, думаю, ну эксперимент экспериментом, а как оно получится? Бомба. Сладенькая. Просто бомба. То есть вот это эффект именно вот этой мягкости. Тут же в чем проблема, знаете, вот свежее молоко, оно же там как вот родниковая вода, да, она буквально там пару часов держится. Вот так и оно. Говорят, что через 2-3 часа молоко из-под коровы меняет свои свойства. Ну, я как раз застал, слава богу. Вот хотел вам это показать. Честно говоря, очень доволен. И ребятам показывал, не дай глотнуть, дай глотнуть. Оно даже выглядит так. И вот, ну, сразу вот такое, знаете, ну, вот сливочное мороженое. Я не знаю, я даже не понял сначала, откуда может быть этот эффект. Ну, вот так получилось. Так что здорово. На самом деле вопрос, конечно же, вот там с бактериями, да, с какими-то там палочками. Он, наверное, существует. Вот я слышал, что важно, чтобы знать, вот как у нас в кофе, да, родословную кофейную. Вот родословную коровы, и очень важно, чтобы был там экологически чистый регион. Вот. Ну, я уже здесь, на самом западе украинском, уже куда уже экологичнее. Тут я вот ехал сейчас по селу, ну, это вообще... Каждые 10 метров вот столб, и на нем лелеки, да, аисты, гнездо аистов. Причем не одно, как у нас, еще они так стоят, кажется, что они пластмассовые. Мы же городские жители, такие селюки, как я говорю. Вот. А здесь на каждом столбе, слушайте, подряд, настолько красиво смотрится. Ну, в общем, с экологией, ребята, здесь более чем все в порядке. Так что замечательные такие места, конечно, душа поет. Я не могу объяснить. Вот в английском языке есть такой термин countryside. Это вот сельский пейзаж, сельская жизнь. Вот здесь так. Заехал куда-то, я на Сицилии такое испытывал, знаете, в каких-то таких
первобытных даже немного краях. Все хорошо, все свежо. Молочко из-под коровки. За ваше здоровье буду пить. Кстати, чтобы вы знали, если ночью вам приснится парное молоко из-под коровы, это к здоровью и к богатству. Так что за ваше здоровье, друзья. Знаете, говорят, Гуцула можно узнать по танцам, а Бойко по тому, как он молчит. Эти люди немногословные, но очень спокойные, уверенные, и с ними как-то хорошо. Вот здесь нет шума, цивилизации, это Дикий Запад, настоящий Дикий Запад. Тихо, спокойно, умиротворение, но как-то от этого хорошо. Возможно, здесь нет какого-то городского драйва, движняка. Это настоящий Дикий Запад, тихий, спокойный, уютный и уверенный. Потому что для Бойок свобода – их главная религия. А главное украшение этой свободы – это Карпаты, голубое небо, зеленые деревья и яркое солнце. Знаете, в конце этого путешествия мне почему-то стало грустновато. Я даже не сразу понял, почему. Думаю, это связано с тем, что я прекрасно понимаю, что мы полностью перешли в эпоху маркетинга. Со всеми фейсбуками, смартфонами, гаджетами. Со всем этим пестрым, но таким ненастоящим миром. Потому что настоящими людьми остаются только в таких местах, как это.